клиентке испытываю некоторое удовольствие внутри, так сказать, себя. Ну вот завтра я опять приду. И можно вас попросить, чтобы было завтра действительно что-нибудь остренькое, а не вот это вот Hello Kitty, это что, для младенцев сопливых? Такое серьезное, чтобы было остренькое. Для крутых мужиков типа меня. Всяк знает, как я крут. Вот тебе чаевые, попей чаю.